Ух, привет, ребят! Вроде бы уже и август, а погодка стоит просто адская. Что-то мне эта лошадь с пропеллером нифига не помогает. О, а вот у этого пёселя целых два дуйчика. Да он еще и водой брызгается, круто! Ну-ка, пёсик, лапы лопасти, спаси-ка Веру от жары. Фу, что-то не особо легчает. Еще и ручку крутить эту надо. Пожалуйста, Буль! Ну, зато этой нет, штукой нет, удобно взбивать нет, омлет нет, на завтрак. Я скажу Вере, что это ты. Ой, все конфеты что слопала? За ор на весь дом? Кузя, что ли, в гости пришел? Ничего ты у меня не получишь! Бу! Это мои антистрессы, я их себе заказываю! Эй, народ, хватит орать! Да кто орет? Я так общаюсь! Кузя говорит, что у нее стресс. Ах, стресс у нее? Да, я морская свинка, я хочу на море! Понятно. Ну и что это за куча барахла? Это не барахло, Вера, это мое лекарство! Серьезно? Да! Ну так может ты поделишься своими антистрессами? Со мной и с Кузей, ну и с ребятами заодно. Ладно, нахлебники! Вера, не сиди, развлекайся! Так, начнем, пожалуй, с этой зомбоутки. Это не зомбоутка, это крокозяблик! Прикольненько! Только твой крокозяблик все время во что-то врезается. Ай! Оно меня клюнуло! Ну вот, я ж говорю. А в целом, прикольная такая уточка. Можно поставить лайк. Ставь лайк, Кузя! Пока утка в попу не клюнула! Дальше по списку какая-то водянистая колбаска. Все время выскальзывает. Ой, а там, по-моему, рыбки внутри. Это, наверное, такой аквариум. Нет, Кузя, не все то аквариум, что с рыбками. Внутри какая-то жидкость. И плавают всякие жучки-паучки. Прикольно. Че прикольного в паучках? О, а это что за кикимора глазастая? По описанию, Вера, на тебя похоже. О, а глазки, как у вас с Кузей, когда вы узюм делаете. Ой-ой-ой. А? Ответочка прилетела. Небось, вчера еще шутку придумала, да, и весь день ждала, чтобы ее сказать. Свинки, возьмите меня в свою команду пучеглазых помпончиков. Зачем уже позоришь на свинке? Не-не-не-не, тёмки. Ай, опять клюнула. Ребятки, а вы уже подписались на инстаграм свинки Бузи? Если что, подпишитесь. О, какая милаха. То ли мишка, то ли рогалик. Да еще и сквишек. Вот это я понимаю антистресс, а не то, что пауки в кульке. Да, Бусь, этого Мишутку Вера у тебя конфискует. Я сейчас как пацанки. Ого, яйцо только без скорлупы. Смотрите, реально как настоящее яйцо. А внутри, походу, какой-то слайм. Крутая штука. Вера, а мне интересно, что там внутри? Ну-ка глянь. Девчонки! Чего? А давайте его разрежем! Блин, ну не знаю, жалко как-то. Ну давайте! Ну ладно, пускай ребята решают. Да! Друзья, хотите, чтобы мы распотрошили этот антистресс? Тогда ставьте лайк, и мы обязательно это сделаем в конце выпуска. Ох, какая милая сорушка! Несъедобная! А как вам этот мини-зомби на липучках? Фу, липкий зомби! Да он не полностью липкий. Вот у него такие галоши. Слетели, правда. Но сейчас мы их вернем на место. Если получится. О, все ясно. Так, и липкие перчаточки. По идее, его можно приклеить к любой поверхности. Вот даже к нашему фону. Фу, смотри, Кузь, на тебя похож. И чем это он на меня похож? А, глазищами, голодными и наглыми. Ну, Кузя! О, а это антистресс, который умеет превращаться в виноград. Так и хочется слопать виноградинку. Виноград! Я хочу виноград! Ставьте лайк, кому тоже захотелось винограда. А это какая-то лама-мама. Фаршированная шариками Орбис. Ну, прикольно. Ого! Это как будто ее внутренности. Вера, что ты делаешь? Ну и ну. У нас передача для детей. Ну так я для детей стараюсь. Всем же интересно взглянуть, что внутри игрушек антистресс. Мне не интересно.
Шарик, внутри которого шарики. Шарики за ролики уже у тебя заходят. Так, что-то наша лама получилась совсем дырявенькая. Бедная лама. Сейчас мы ее покормим виноградом. Во, смотри, козяблик, какая живодерина у нас тут живет. Ну что сразу живодерина? Я, может, экспериментирую. Так, запихиваем шарик внутрь ламы. По-моему, не помещается. Ну да ладно. О, Бусь, смотри, это ты после приступа обжорства. Я не понял, ты на что намекаешь? Наша Бузя-бегемотик, у нее большой животик. Я тоже умею обидные стишки придумывать. Наша Вера выше всех и зеленая, как жаба. И не в рифму. Зато правда. Бузя, красивый стишок. Да я еще тот рифмоплет. В рот мне ногу. В рот ногу, говоришь? Кошмар. Во, Бузя, что бывает с теми, кто уехал на море. Так что сидите тут и радуйтесь. Чему радоваться? Что вас не слопала акула. Да я бы эту акулу одной левой. А что? Я серьезно. Прикольная штука. Вера, а что там у нас насобиралось лайчиков? Может, распотрошим парочку антистрессов? А ты ж вроде не хотела. Смотри, вот какая русалочка. Не жалко портить? Жалко, то оно жалко. Ну? Но если ребята просят, то это железно. Хорошо. Если ребята просят, то распотрошим. Причем воспользуемся электромясорубкой. Ужас! Не переключайтесь, вам понравится. А вот и наша машина по превращению игрушек антистресс в фарш. И первой на фарш отправится злобная акула. Интересно, что получится? Запускаем нашу мясорубку. Ой, как страшно жужжит! И опускаем рыбку в ловушку. Эй, рыбка, заплывай! Что-то не хочет. Конечно, я бы тоже не хотела. А мы ее немного подтолкнем. А вот и рыбный фарш. Бусь, не хочешь взглянуть, что осталось от нашей игрушки антистресс? Ты, Вера, хочешь, чтобы я вообще обморок потеряла? А почему это? Ну ты же знаешь, какая я роняемая! Это да! Внутри рыбки не оказалось ничего интересного. Я не поняла, а ты там хотела икру, что ли, красную найти? Резонно! Даже немного как-то жалко. Испортили такую игрушку. Не волнуйся, Вера, вон ребята нам сейчас лайк поставят, и мы будем знать, что рыбка пострадала не зря. Ой, а кто это плачет? Не знаю. Кусь, ты чего? Рыбку жалко. Ребят, ставьте лайк, а то Кузя не успокоится. Так, кому интересно узнать, что будет, если яйцо бросить в мясорубку? Будет яйцерубка! Ну, если вкратце, то да. Делайте ваши ставки. Внутри лизун или все-таки вода? Я думаю, что вода. Лизун, там лизун. Сейчас посмотрим. Ага, что-то капает. Значит, все-таки жидкость. А вот желток сделан из чего-то жесткого. Яйцерубка, по-моему, не справляется. Ого, какое крутое яйцо. Гусь, а скажи, я тоже крутой. Крутой, крутой. Варежку закрой. Да, яичко оказалось не по зубам нашей мясорубки. Посмотрим, что от него осталось. Кусочки желтка. А это силиконовая мембрана, которая, кстати, не перемололась. Вот это прочность. В общем, ясно. Этот антистресс сделан по тому же принципу, что и эта игрушка. Нет, только глазастика не перемалывай. Он мне нравится. Ладно, пусть живет. Ребятушки, сейчас я сделаю то, за что вы меня возненавидите. Что? Оторву этому чудесному мишке-рогалику голову. Вера, ты мне больше не Вера. Это все ради науки. Сквиши сделан из прикольного пенистого материала, похожего на суфле. Посмотрим, как с этим суфле справится наша мясорубка. Но я не могу больше на это смотреть. Это же какое-то издевательство. Не хочешь, не смотри. Так, забрасываем. Ну что там лезет?
Такое ощущение, что мы перемалываем колбасу-варенку. Ну или зефир какой-нибудь. Ням. А вообще идет как по маслу. Теперь мое любимое. Шарики Орбис. Кидаем и смотрим, что будет. Прям салат, винегрет. Все цвета радуги. Так, чего бы еще измолотить? Вер, ну хорош! А то сейчас и мы с Кузей туда полетим! Хватит уже на сегодня этих экскрементов! Экспериментов в смысле? И их тоже! Ну ладно, хватит так хватит! Эти антистресс-игрушки реально снимают стресс, если перемолоть их! Ребят, не будьте как Вера! Не перемалывайте свои игрушки! Да в смысле? Вы же сами меня попросили! Кузей. И, кстати, где он? Да и испугался, наверное, твоей молотилки. Вот и убежал. Ни игрушек теперь, ни Кузи. А на море хочешь? Ничего не хочу уже. Ну вот, значит, помогло. Уж спасибо. Кузя, я уже думала, что никогда тебя не увижу. Да я ненадолго отлучился. Ходил, пока. Да, давай лучше привет передадим. А, хорошо, давай. Приветики от Кузи, Бузи, получай! Воу-воу-воу, стоп! А что? А чё это ты на первом месте? А как? Ну что ты не знаешь как? Так, мурзилки, вы тут ссорьтесь, а я пока попрощаюсь. Всем пока, ребят! Ставьте лайк и подписывайтесь! Все, можете продолжать! Вот как надо говорить! Привет от Бузи, Кузи получают! Даша Кэтс Костенко! Винчевская Марина! Ирина Викторовна и ее дочка Песенко Анастасия. Викенева 63. Дарина 88-46. И Камин 44-77. На этом все. Ёлки-палки.